Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня я научу тебя играть песню, которую мне много писали в комментариях, писали в личку. Песня очень странная, я немножко не понимаю, видимо, из-за возраста, типа. В общем, исполнительница Java. Песня называется «Бисокодил». Скажу сразу, мы разбираем песню, я не отвечаю никак и не беру ответственность на себя за смысл этой песни, поэтому мне самое главное вам, как ее играть, показать. А будете ли вы ее петь своим родственникам, это уже ваше дело. Ну а перед началом этого разбора я попрошу тебя поставить лайк, подписаться на мой канал, если тебе понравится, что ты оставишь, если нет, забирай свой лайк, мне не жалко. Ну а сейчас бери инструмент в руки, между прочим, пепчик уже взяла, и погнали учиться играть, и вот как она у тебя будет выглядеть. Я жала пачку на весах, чтобы отвес был на весах, и самый главный мой страх — лишние 100 грамм. Я жала пачками фура, потом меня сбила фура, голова болит, доктор и болит, он мне говорит: жизнь, раз, два, три, понеслись. Остановись, не тупи, не грузись. Это называется жизнь, раз, два, три, понеслись. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Погнали учиться играть. Разбор на укулеле. Все песни у нас строятся на четырех базовых аккордах, как раз с них мы и начнем. Первый аккорд — аккорд АМ, мы зажимаем четвертую струну на втором ладу. Следующий аккорд — ФА, мы к этой конструкции добавляем вторую струну на первом ладу. Далее идет аккорд С, мы зажимаем первую струну на третьем ладу. И последний аккорд — аккорд G, мы зажимаем третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Получается АМ, ФА, С, G. Такая последовательность аккордов будет у нас на протяжении всей песни. И поэтому ставим этот аккорд таким образом. Пеппа, что это у тебя там такое? Это же мой новый сборник по укулеле для начинающих и продолжающих, где вся нужная тебе информация написана без лишней воды и сделана все в виде картинок. А если еще навести телефон на нужный QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а если ты себе захотел точно такой же сборник, то ссылочка в описании. Разбор на укулеле. Теперь, какой же бой? Я вам покажу оригинальный бой и упрощенный бой, потому что, чтобы вы не зашивались и могли сыграть эту песню. В оригинале играется бой восьмерка, то есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. При этом мы его с вами делим на два аккорда. На первый аккорд мы будем играть вниз, вниз, а на второй доигрывать вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Получается, на АМ и С мы играем вниз, вниз, а на ФА и G доигрываем вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Все это вместе. Еще раз. То есть, если смотреть со словами, получается. Я жала пачками весах, чтобы отвес был на весах. И самый главный мой страх — вам неудобно и вы не успеваете, у вас что-то не получается играть именно с этим боем, берем другой бой, попроще, будет вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть вот эти удары, последние четыре, мы играем чуть быстрее. Еще раз. Его мы будем играть один раз на один аккорд. И получается... со словами. Я жала пачками беса, чтобы отвес был на весах. И самый главный мой страх — лишние 100 грамм. Я жала пачками фура, потом меня сбила фура. Голова болит, доктор болит, он мне говорит. Теперь, как... Это мы, кстати, разобрали еще одновременно куплет, чтобы вы понимали. Разбор на укулеле. Далее припев. На первые две строчки мы играем просто один удар вниз на каждый аккорд. И далее уже на
последующие строчки припева опять играем бой, который вы выбрали из этих двух. Или восьмерку, которую мы делим на два аккорда, или вот это вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Так, давайте соединим припев. Дура, остановись, не тупи, не грузись. Пошел бой. Это называется жизнь. Раз, два, три, понеслись. Остановись, не тупи, не грузись. Это называется жизнь. Раз, два, три, понеслись. Далее, после припева у нас с вами идет проигрыш, который мы играем два раза подряд. Ну, грубо говоря, мы просто без слов, ну, можете на ла-ла-ла-лай, конечно, спеть вот эти бой и аккорды, получается. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай. Ну а далее у нас с вами идет второй куплет, который мы играем точно таким же образом, как и первый. Я резала свое тело, а было в общем все дело. Я так любви захотела, но я пролетела и кровью пачкала стены. И думала вне системы. Посмотри в глаза, это не шиза, глупая коза. И потом опять с вами припев. Дура, остановись, не тупи, не грузись. Это называется жизнь. Раз, два, три, понеслись. Остановись, не тупи, не грузись. Это называется жизнь. Раз, два, три, понеслись. И можете потом под конец снова сыграть вот этот проигрыш, который мы пели на ла-лай, да? Кстати, если вы хотите петь прям как в оригинале, именно по голосу, то вам нужно петь и одновременно как будто ныть. То есть, вот, вот такой вот прижатый голос вам прям будет оригинально еще и по голосу, не только по бою. Получается, то есть... Дура, остановись, не тупи, не грузись. Ну, то есть, вот такой прижатый голосочек ноющий прям будет оригинальный. Ну, а теперь погнали отрабатывать и учить эту песню. Если тебе понравился этот видос, то можешь поставить свой лайк. Также написать в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Может быть, именно твою мою песню будем учить в следующем разборе. Кто знает. Ну, а если ты хочешь показать мне все свои укулельные старания, то все очень просто. Учишь любую песню и мелодию с моих разборов, выкладываешь к себе в инстаграмчик, и самое главное, ответь в мой профиль Даша Кирпич, чтобы я тебя увидела, заметила и дала обратную связь. Ну, а если ты хочешь поддержать все мои труды и старания в финансовом плане, то можешь задать мне любую сумму на Донатальдерс или на Boosty, или подписаться на Boosty, вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Quella chioma